Вот такая красота у меня идет. Посмотрите, какое освещение. А здесь вот так. О. Красиво, правда? Посмотрите. Везде и на потолке, везде, 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 везде. Это вот такой у нас шарик крутится. Вот. И такую красоту создает. Вы посмотрите. Вот это да. Там, конечно, не так, но тоже красиво. Всем привет! Ну что, начинается подготовка к Новому году. Поставила воду. Кальмар хочу приготовить. Вот. Сейчас кофе попью. И потихонечку кое-что буду уже начинать делать. Смотрю телевизор. Включила свои елочки. Мои еще спят. Вот. Всех с наступающим Новым годом. Вот у меня здесь даже такие щупальцы, смотрите. Кальмарчики две тушки, большие такие, крупненькие. Сейчас вода закипит, и я опущу их. И сразу у меня шкурка вся свернется. Подсолила водичку. Вот. И в подсоленую воду закину. Вот такая у меня еще композиция. Новогодняя. Так, что хочу? Все, вода закипела, сейчас я кидаю. Вот так. И держу в кипяточке в этом 3 минуты, не больше. И сразу в холодную воду. И под кран. Ой, под кран. Ну да, все. Сейчас вот налью водички здесь, подготовлю. Вот смотрите, как сразу сворачиваются, они очищаются. Видите? Все, я их потом... Все. Потом легко будет все эти пленочки снять. Вся шкурка у него уже там. Все, я засекаю. 3 минуты. Все, видите, сразу я достала. Все. Здесь лежат. Охлаждаются. Так, кальмар у меня все готов. Это у меня пойдет на салат. Сейчас займусь. Буду корзиночки песочные стряпать. Буду делать с белковым кремом. Тесто у меня сделано, в холодильнике лежало. Вот корзиночки у меня. Будем корзиночки делать. Я вот так буду делать, мне торопиться некуда. Вот. И вот так потом края убираю, выравниваю, на листик поставлю, а потом все их проколю.
Я сильно мукой тесто не забиваю. Это тесто у меня на желтках. Вот такая корзиночка. Здесь вилочкой проколю потом. Вот так, смотрите, я беру небольшой, примерно, и раскатываю. Можно все раскатать. У меня немного. Слишком толстый не надо, тонкий тоже не надо. Вот, смотрите какой. Вот так беру корзиночку. Вот туда аккуратненько. Вот так опускаю. И прижимаю. Корзиночки. Ой, извините. Песочные корзиночки будут у меня с белковым кремом. И на низ я положу джем. Любой джем. Все, вторая корзиночка готова. Дно вот так вот прижимайте. И потом мы его вилочкой проколем, чтобы оно у нас не всплыло. Вот так прямо прижимать надо пальчиками. И вот такие узорчики все у нас потом будут красивые тарталеточки. Все, будем делать. Вот сколько я корзиночек напекла. Так, у меня, сейчас скажу, 3 сломалось, они такие хрупкие вообще. И еще тут у меня пекется последнее. Вот сколько вышло. Нормально здесь все будет. Опять маленечко подгорели. Ну ничего, мы их съедим. Варю грибовницу из свежих маслят. Пережарила лук с морковочкой. Добавлю укропчика. Вот так. Похлебаем. Вкусненько. Так, а я делаю заправку. Вот здесь у меня жидкий дым. Черный перчик молотый. Вот так прямо. Так. Чесночок сухой. Прямо побольше можно чесночка сухого. Ой, сухого. И паприки. Сейчас я отрежу. Потому что я буду делать голень с нитритной солью. У меня все замариновано. И окорок. Вот, и паприки прям побольше. Все, больше я ничего добавлять не буду. Все это размешаю сейчас. Вот здесь вот у меня окорок буду запекать. Он у меня уже все замаринован. А вот здесь у меня голень. Я ее каждую, сейчас я ее уже раскрою, тазик сюда, шприцом протыкала. Вот. Так, это мы выкинем. Протыкала нитритная соль. Это вот прямо везде. И сейчас я... Ой! И сейчас я вот это все размешаю. Вот это вот все размешаю. Так, я, наверное, добавлю растительного масла. Вот чуточку. Вот ложечку. Совсем забыла. Вот такая у меня кашица. Сейчас я это все выливаю. Все ручками растираю. И еще оставляю. Пусть еще постоит это все. И потом буду запекать.
я уже вам говорила, это как я делаю колбасу, делала, окорок уже делала. У меня это все есть на видео. Вот. Сейчас посмотрю, если мало будет. Жидкий дым придаст вкус копчености. И вот так вот прямо я сейчас возьму ручками все. И еще уберу. Уже так, без пакета. Пусть постоят еще. Помаринуются еще у меня. Прикрою просто сейчас пакетиком чистым. Вот. Это у меня будет холодная закуска на Новый год. И окорок. Это все делается заблаговременно. Все. Так, что я купила? Лук зеленый купила. Перец болгарский купила. Мне достаточно одного. Три огурца взяла. Такие огурчики взяла. Толстенькие специально. Может, закуску сделаю с огурца. Так. Помидор черри взяла. Но я, может быть, еще подкуплю. Так. Здесь взяла киви. Киви. Здесь взяла насыпную нарезку виноград. Еще виноград у меня зеленый есть. Так, взяла вот таких вот сливка помидорчики. Сливка у нас по 136,50. Так, взяла лимончик. Где-то сок понадобится, где-то украсить. Взяла такой вот лучок красненький. Вот. Так, значит, взяла, сейчас покажу еще. Взяла гранаты броландок, мы их потихоньку съедаем. Так, мандарины взяла, тоже съедаем, подкуплю еще. Вот. Зелень взяла, сейчас покажу вам зелень, минуточку. Значит, вот так я ее поставила. И посмотрите, она какая у меня зелененькая. Укроп и петрушка. Одела пакетик, помыла холодной водой. И прекрасно стоит она у меня в холодильнике. Вот. Поставила огурчики в холодильник, чтобы были свои холодненькие. Так, сейчас покажу вам. Вот здесь у меня, значит, маринованные рыжики. И я хочу сделать вот салат с кальмаром и с маринованными грибами. Так, вот это у меня красноголовики маринованные. Да. Вот здесь шляпочки. Молоденькие. Можно будет открыть, как на закусочку. Подкупила вчера еще форель. Вот такая вот. Слабосоленая. Ломтики. Здесь 100 грамм. Вот такие вот две штучки подкупила. А здесь хочу вам показать. Делала сама творожный сыр. Так мы уже половину съели. Очень вкусный получился. Так, я еще подкупила я. А что я подкупила еще? Подкупила сок вот такой добрый. С мякотью апельсиновый. Из натуральных фруктов. Вот. Ой, какой идет аромат. И я вот сейчас вот так помну картошечку. Не всю, вот так немножечко. Чтобы она там у меня размялась. Мы так любим.
вот так толкушечкой по дну прохожу. Я лучок с морковкой обжарила на сливочном масле. Со сметанкой покушаем. У меня вчера приходили дочка с детьми. Говорит, как хочу грибовницы, мама. А говорит, это варить неохота. Потому что, говорит, Шурочка есть не будет. Я говорю, Миша ест. Вот. Вот такой супчик. Он, в принципе, уже готов. Так, сколько он у меня варится? Все, буду выключать. Приправку я положила свою. У меня там все, и укропчик, и лук зеленый, все там. Вот у меня поломались. Сейчас чай попью. И тут осталось кусочек корзиночки. А почему я их поломала? Сейчас я вам скажу. Увидела я в интернете, что на дно ложат горох, чтоб донышко не приподнималось. Ну и что, полная ерунда. Вот посмотрите, они какие рассыпчатые. И все, конечно, поломались. Ну, их много получилось. Посмотрите, видите, что их задеть нельзя, они ломаются. Очень рассыпчатые. А этот кусочек теста осталось, да и все. Попьем чай. Горох оттуда не выколупать. Так что не делайте так.